представляем вашему вниманию беспроводной сетевой USB адаптер от компании TP-Link модели TLWN821N. Этот беспроводной сетевой USB адаптер позволит вам подсоединить настольный компьютер или ноутбук к беспроводной сети и воспользоваться доступом в интернет по высокоскоростному подключению. В комплект входит инструкция пользователя, а также диск с программным обеспечением. Также в комплект входит USB удлинитель. Сетевой USB адаптер поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных по беспроводному подключению до 300 Мбит за секунду. Идеально для онлайн-игр и даже потокового видео высокой четкости. Коннектор USB защищен крышкой, а на задней части находится отверстие для подсоединения ремешка для удобной переноски. Технология MIMO обеспечивает более сильную проникающую способность сигнала, более широкую зону охвата сети и более стабильную работу устройства. Данный адаптер поддерживает режимы шифрования VPA, VPA2, 64, 128 и 152-битный веб. Поддержка рабочих режимов AD-Hoc и Infrastructure. Также совместим со всеми операционными системами. Прилагаемый компакт-диск с утилитой настройки поможет вам без затруднений установить и настроить устройство. А легкая настройка защиты беспроводного соединения одним нажатием кнопки QSS, которая находится на боковой части USB адаптера. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.